Республиканский центр экологии и краеведения при поддержке А1 провел масштабное образовательное зеленое занятие по теме «Переработка электронных отходов». В нем приняли участие более 600 зеленых школ по всей нашей стране. Мероприятие такого формата проводится сегодня впервые, но с компанией А1 мы уже работаем на протяжении вот нескольких лет. В современном мире, конечно, у каждого практически ребенка есть мобильное устройство, но не каждый ребенок знает, как правильно утилизировать неисправный гаджет. Приятно отметить, что компания А1 поддерживает такие инициативы и продвигает проекты, которые направлены на формирование экологически грамотного поведения подрастающего поколения. Повышение экологической грамотности и популяризация полезных привычек, благодаря простым повседневным делам. Как заботиться об окружающей среде, ребята на занятия отвечали в онлайн-формате. Для самых активных компания А1 подготовила призы. Сдавать макулатуру, сортировать пластик и стекло. К этим правилам мы уже привыкли. А вот что делать с электронными приборами? Осознать важность утилизации таких отходов поможет новый комикс от А1. Это продолжение истории о брате и сестре, Эви и Севи. Все желающие могут прочитать комикс на русском и белорусском языках. Онлайн-версия второй части уже доступна на сайте А1. Кстати, любой желающий может сдать использованные гаджеты в магазины А1. Компания на постоянной основе принимает малогабаритное электронное и электрическое оборудование для безопасной утилизации.